трейлер – это видеоработа, которая, ну, грубо говоря, выступает, выглядит как тизер, либо какой-то синопсис книги. То есть просто показать положительные стороны, интересные того или иного художественного произведения, какого-то любого сборника, и сделать это в видеоряде, каком-то таком вкусном, приятном для просмотра. А у нас это оценивает экспертное жюри, которое у нас из сферы литературы, искусства, театра, кино на добровольной основе. Они это будут отсматривать уже во второй половине этого года. Вообще вот в феврале мы начали сбор заявок со всей страны. Уже пришло 70 работ. В прошлом году всего у нас было 170. Сейчас вот на данном этапе 70. Потом их будет намного больше. И уже в октябре мы проведем торжественную церемонию с интернет-трансляцией, где будут выявлены победители в ряде номинаций. Это достаточно интересный конкурс, потому что это потрясающая возможность раскрыть свой творческий потенциал в отношении именно интересной тебе книги. У нас очень разнообразные как раз-таки градации, это очень интересно смотреть. Работы разного уровня, естественно, но, тем не менее, выбрать всегда есть из чего. Это нужно, в первую очередь, для популяризации литературы, чтения, в первую очередь, среди молодежных масс. Вот вообще это основной тезис, который мы пытаемся продвинуть в рамках этого конкурса «Читай, думай, твори».